пятницу в Самарской области будет ясное небо без осадков. Дневная температура на прежнем уровне – плюс 3, плюс 6 градусов. Ночью – 4-6 ниже 0. Ветер сменит направление на южное. Скорость – 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо без осадков. Днем плюс 4 градуса, ночью минус 6. Ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 4, ночью минус 4 градуса. Ветер южный, 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков. Температура днем 3 градуса выше 0, ночью минус 6. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.